Всем привет, с вами Магнета, и сегодня у нас обзор новостей Iron Maiden Legacy of the Beast. Давайте приступим к концепт-арту подземелья осада Монсигюра. Выглядит он вот так вот. Ну, вы что думали? Будет сразу вот такое вот подземелье? Нет. Переходим к статистикам Life of the Dead Eddy. Он 15-й по популярности Эдди. А также у нас осталось одно событие в июне, и это осверненный рыцарь храма Стрелка. И я думаю, что он выйдет через 2 дня. Ну, приветствуем жертвоприношение «Танец смерти», где вы можете получить ингредиенты для пробуждения палача Эдди. Ну, я уже лично пробудил его. Также в турнире вы можете получить фрагменты падения башни и обменять на талисманы Т2. Ну, на этом у меня все. Подписывайся на канал и ставь лайк. С вами был Магнета. Thank you.